И она, как выпускница школы номер 79, узнала, что такая хорошая девочка есть, которая учится хорошо, которая такая прекрасная мама, которая тоже хочет сделать самое приятное. И вот Елена Владимировна попросила меня вручить подарок. Мама воспитывает Вику одна, и у женщины не было возможности приобрести для учебы дорогостоящую технику. А под льготную категорию людей, которым предоставляются компьютеры на время самоизоляции, семья не подходит. Поэтому все задания приходилось узнавать от учителей лично, что замедляло процесс. Но теперь у девочки появилась возможность учиться дистанционно. Подарок от Елены Лапушкиной стал приятной неожиданностью, рассказывает мама Вики Галина. Безмерно приятно. Спасибо всем. Спасибо, что не оставили нас без заботы, без поддержки в столь трудное время. Спасибо огромное главе нашей городской администрации Лапушкиной Елене Владимировне, выпускнице этой школы. Мы не ожидали. Девочка, которая воспитывается одной мамой, пятиклассница, обучается на 4,5. В дом у них не было возможности дистанционно обучаться, так как не было техники сегодня. Елена Владимировна Лапушкина, по поручению Елены Владимировны, я вручила этот ноутбук, и она имеет возможность, и не только она, но и мама, воспользоваться всеми интернет-ресурсами, не только для образовательного процесса, но самое главное, для развития личности. Виктория Клиценко пообещала теперь учиться на одни пятерки. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.